Лера Кудрявцева признается в любви своему бывшему Сергею Лазареву. Я вообще, я тебя так люблю, так рада за тебя. Но певцу чужая жена не нужна. У него другие заботы. Я хороший. На концерте поклонницы разрывают Сергея Лазарева на части. И только 11-летняя Алина не бежит за автографом. Для нее он не звезда, а любимый дядя Сережа. Лучшие друзья скорее. Он активный, он сильный, он заводной, веселый. Сергей Лазарев взял на поруки дочь погибшего брата. Павел Лазарев скоропостижно скончался от остановки сердца 8 месяцев назад. Из-за неисправности в автомобиле старший брат Лазарева попал в ДТП. Получил сотрясение мозга, но от госпитализации отказался. Через несколько дней ему стало хуже, но было поздно. Врачам не удалось его спасти. Сергей Лазарев не скрывает. Только племянница и мама помогли ему пережить горе. Я срывался, честно могу сказать, но не на родственников. Они вообще меня не видели, не слышали. Алина очень похожа на знаменитого дядю. Те же большие карие глаза, лукавая улыбка. И характер один в один подтверждает мама Сергея Лазарева. То, что он такой самоустремленный, это с самого детства. И самый критичный. Да. Ой, Сережа... ну это вообще, он себя все время жует, да. Племянница Лазарева из профессии уже определилась. Да. Будет артисткой. Я хотела скорее стать не певицей, а актрисой. На кадрах видео племянница Лазарева за кулисами готовится к кастингу в известный детский ансамбль. А знаменитый дядя дает наставление. Когда-то на этой же сцене стоял сам Сергей Лазарев. Я тебя никогда не забуду. Но певец уверяет, его племянница попала в ансамбль не по блату, а только благодаря таланту. И она до последнего скрывала свое родство со звездой. Скрыла, сделала, да. Ну, молодец, что вы, правильно. Не хочет, чтобы как-то предвзято к ней относились, хочет сама. Все ко мне относятся с душой, как к обычному человеку. Не из-за того, что мой дядя там, ну, великий. Звезда, да. Сколько миллионов тратит Лазарев на всех своих родственников? Все, у ребенка есть, слава богу. Подсчитаем после короткой рекламы. Сергей Лазарев души не чает в племяннице. Есть свободное время, ведет ее в парк или на каток. Заваливает модной одеждой, дорогой техникой, ведь девочка растет без отца. После смерти брата Сергей Лазарев полностью обеспечивает и маму, и семью брата. Я ей много чего дарю, на самом деле. Поэтому что последнее, давай вспоминаем. Много всяких безделушек, и это, и телефоны, и айпы, что только не дарится. Все, все у ребенка есть, слава богу, чтобы она росла умненькой, развивалась и училась хорошо. А миллионами певец не ворочает. Лазарев признается, только недавно он переехал в собственную квартиру. До этого, в общем-то, снимал, мог себе позволить что-то небольшое, двухкомнатное купить. Потому что все свои деньги я трачу, которые я зарабатываю, трачу тут же на шоу, на концерты, на записи, на песни. У меня нет же никакого спонсора, у меня нет никакого продюсера. Вот и в новую программу «The Best» Лазарев вложил свои сбережения. И не напрасно, говорит его бывшая девушка Лера Кудрявцева. Настолько горда за тебя. Я тебе клянусь, у меня, знаешь, мы сидели, мы всей семьей были. Сестра, мама, там наши друзья все. Ты просто стал мега офигенным, крутым артистом. Лера Кудрявцева советует своему бывшему последовать ее примеру. И теперь, когда у Лазарева есть и слава, и жилплощадь, самое время обзавестись семьей и детьми. Певцу 32 года, но пока Сергей Лазарев всю свою нерастраченную любовь отдает племяннице. У тебя было уже желание стать папой? Детей я люблю, а там уж как Бог даст.